this time Gotcha over. Absolutely buries up to play sport full time. It really was the starting point for what has become. Германия. И опять, не добро, что передача на Бенчарову и фактически Não fez de novo. Está com as reservas em quadro. Essa diagonal agora da Гончарова, hein? И опять очень сложная подача. Выход Натальи Гончаровой между третьей и четвертой зоной. Казалось бы... Я думаю, что Малыгина может не в диагональ выйти, а, допустим, четвертой зоны игрока поменять на блок. Все может быть. Пока Гончарова делает счет более комфортным. Даже для этой В своей группе и будет играть с Китаем. Ну, классным группе, как говорится. Такой блок-то классный у нас получился. Один в один Гончарова. Надо обязательно забивать. Гончарова со второй попытки блестящая. Ей нужно немножко времени. Вера Ветрова была чемпионкой мира, была правда второй связкой в 2010 году. Так здорово мы сейчас сыграли. Hi guys, I am Breno. Thank you so much for watching this video. And if you want to see more, don't forget to subscribe to my channel. And also, feel free to check out my other videos and support me on my social medias. A huge hug and see you soon, guys.